Всем привет! Видеоинструкция от Ревин Спрей. Сосудосуживающий препарат для местного применения в лор-практике. Показания. Острые респираторные заболевания с явлениями ринита, насморка, острый аллергический ринит. Полинос. Синусит евстахиит, средний отит, для уменьшения отека слизистой носоглотки. Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах. Ксилометазолин вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Ксилометазолин также уменьшает сопутствующую гиперсекацию слизи и облегчает дренаж заблокированных выделениями носовых ходов. И таким образом, улучшает носовое дыхание при заложенности носа. Отревин хорошо переносится пациентами с чувствительной слизистой оболочкой, его воздействие не препятствует отделению слизи. Отревин имеет сбалансированное значение pH, характерное для полости носа. Содержащиеся в препарате ментол и эвкалиптол оказывают охлаждающее действие на слизистую оболочку носа, дающее ощущение свежести. В терапевтических концентрациях препарат не раздражает слизистую оболочку, не вызывает гиперемию. Действие наступает через 2 минуты после применения и продолжается в течение 12 часов. Исследования инвитро показали, что ксилометазолин подавляет инфекционную активность риновируса человека, вызывающего простуду. Особые условия. Не рекомендуется применять в непрерывном режиме более 10 дней. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей. Длительное, более 10 дней, или чрезмерное применение препарата может вызвать эффект рикошета, медикаментозный ринит, или атрофию назальной слизистой оболочки. Ксилометазолин не влияет на способность управлять транспортными средствами или оборудованием. Дозировка. Интраназально. Взрослые и дети старше 12 лет. По одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3 раз в сутки. Не следует применять более 3 раз в сутки. Рекомендуется последнюю аппликацию проводить непосредственно перед сном. Стоимость от 190 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!